Я приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Сегодня, как обычно, мы с вами посмотрим второй гороскоп на неделю для каждого знака зодиака. И сегодня мы с вами будем смотреть с 8 по 14 января, что ожидает каждый знак. Перед началом хочу вам напомнить про телеграм-канал, где вы можете найти очень много уникальных новых практик, которые я не выкладываю на YouTube, и каждый для себя сможет найти нужную информацию. Ссылочка в описании под этим видео. Ну а теперь давайте с вами посмотрим. Итак, что же приготовила предстоящая неделя для каждого знака зодиака? И как обычно, по традиции, первые знаки у нас идут овны. Смотрим. Так, овны. Но пока начало неплохое достаточно. Очень активные, целеустремленные. Очень много желаний, очень много, что хочется реализовать. Готовы к переменам, как говорится, вперед и в путь. Да? Ну, давайте смотреть. Итак, ну, во-первых, на новой неделе вы будете очень решительны. Вы сможете решить даже самые смелые задачи. То есть даже вот какие-то труднодостижимые ситуации, и однозначно вы сможете решить это все. То есть не нужно останавливаться перед трудностями, а просто смело беритесь, и у вас все получится обязательно. Вы будете, вот знаете, я бы сказала, на высоте, да, что благодаря этому будет у вас все прекрасно получаться. А здесь, конечно, предстоит немножко на неделе какие-то серьезные перемены. То есть в чем-то может быть некоторые перемены. Они могут даже, знаете, как-то эти перемены определить ход событий на будущее уже. То есть, знаете, такой новый старт в новое будущее. Что-то вот у вас очень будет такой, определит именно весь 24-й год. У вас может быть, знаете, как на этой неделе, изменения и новые возможности для вашего развития. Что проекты, которыми вы будете заниматься, делами, они будут многообещающими. Возможно, даже в профессиональной сфере. То есть, если вы что-то хотели, то как раз это все у вас будет получаться. Некоторые ситуации могут сбивать вас с толку. То есть, могут складываться так обстоятельства, что может что-то вот могут сбивать вас с толку. Но, знаете, как даже как бы хаос, да, вносить в вашу жизнь. Но все-таки, вот когда вы чувствуете, что с чем-то не справляетесь, то остановитесь. Понимаете, то есть подумайте, что в первую очередь для вас важно сделать, да, то есть какие первые задачи, которые вот требуют особого внимания с вашей стороны. И тогда вы сможете правильно выстроить свой путь. Также еще есть такой момент, что вам нужно научиться будет на этой неделе. То есть распределять такой некий баланс и отдыхать, и восстанавливать силы. Потому что ваш успех, к которому вы идете, потребует от вас очень много усилий. Кто-то, возможно, что начнет вообще новый старт своей жизни, то есть совершенно случайно, совершенно неожиданно для себя, благодаря чему очень многое поменяется в вашей судьбе. Вот у вас так. Так, это у нас с вами были овны. Теперь мы смотрим телец. Так, тельцы на этой неделе что-то завершат. Что-то тоже идут какие-то перемены, перемены. У многих перемены. У вас вообще прям как-то обновление. Так, тельцы, что я могу сказать? Вообще, будьте готовы к тому, что на этой неделе у вас будет очень много неожиданностей. Какой-то вот спонтанности. Очень много будет, что вам придется как-то даже вот подстраиваться. Но вы будете расширять кругозор, принимайте вызовы, потому что, ну, как бы судьба будет вам предоставлять такие возможности. Возможно, что вы будете немножко как-то настороженно себя вести, да, то есть как-то, особенно когда все неожиданно, и у вас будет боязнь как потери чего-то, но все-таки вы выправите ситуацию, то есть вы
полноценно и смело сможете решать все вопросы. Вы обязательно будете развивать вот какие-то очень важные аспекты. Вы обязательно будете идти к успеху. Но у вас, знаете, как немножко ваши действия будут какие-то нестандартные для вас. То есть непривычные для вас. Вот то, к чему вы привыкли, здесь немножко идет другая линия. Да, что какие-то движения с вашей стороны будут не совсем привычные для вас. И вас это немножко может пугать, но не стоит, потому что все будет хорошо. А вообще эта неделя будет очень благоприятной для вас. То есть вы, в первую очередь, будете в хорошем настроении. То есть у вас будет такой очень позитивный настрой. Но немножко нужно быть в чем-то терпеливыми, спокойными. И просто идти и усердно работать вот ради своей мечты. Не нужно останавливаться перед трудностями на пути именно к успеху. Потому что какие-то загвоздки могут быть. А также старайтесь, знаете как... Еще такой момент идет, что обратите внимание на свое окружение, потому что есть риски тоже, что некоторые люди могут как-то немного агрессивно, могут как-то немного негативно к вам относиться, старайтесь не замечать, да, то есть просто обойдите мимо, не нужно, потому что кто-то будет цеплять вас, и чтобы не создать напряженную обстановку, лучше с такими людьми не общаться на этой неделе. Но с другой стороны, вы сможете от кого-то получить очень такую влиятельную поддержку в каком-то очень важном вопросе. Не отказывайтесь, потому что эта поддержка для вас на самом деле очень важна, какая-то помощь, поддержка. И благодаря благоприятным энергиям вы выйдете на новый старт, вы заведете новых друзей, новых знакомых, благодаря чему у вас все будет отлично получаться. Вот у вас так. Так, это у нас с вами были тельцы. Теперь мы смотрим близнецы. Так, немножко какая-то напряженность. Может быть, просто после праздников какая-то опустошенность, немножко такое состояние. Или переживать будете за деньги, тоже как-то немножко такая линия присутствует. Ну, в принципе, давайте попробуем посмотреть, что вас ожидает. Вообще, вам нужно на этой неделе больше все-таки уделить внимание себе. Именно своему настрою, своей душе, да, то есть то, что вам внутренне хочется, что вас беспокоит. У вас сейчас как раз такой период, что вы должны обратить внимание на себя, на свои интересы, на то, что вам лично нужно непосредственно. То есть вы будете больше как раз осознавать на этой неделе и понимать свои нужды, цели, желания. То есть как-то идет такая линия. Может быть, даже какой-то период времени от вас потребуется уединенность. Потому что вы на этой неделе будете принимать какие-то очень важные для себя решения. Да? То есть как-то будете для себя ставить определенные цели. И эта неделя для вас будет очень особенной, потому что она даст вам больше шансов на исполнение ваших желаний, достижений целей. А вы как-то не ожидаете от себя, да? Но вы станете более настойчивыми, решительными, целеустремленными. И будете ориентироваться только на результат. Если раньше, предположим, вам не хватало достаточно какой-то уверенности, да, то есть вы были не уверены, может быть, потеряли самоконтроль в чем-то из-за каких-то разных проблем в работе, в личной жизни, то вы уже будете видеть, что ситуация скоро изменится. Вы обязательно установите себе новые цели. Научитесь планировать свою деятельность и не бояться трудностей. Может быть, вы просто устали, да? То есть наберете силу, наберетесь новой энергии и уже будете чувствовать себя более свободно, более независимо, что вы даже будете на этой неделе пробовать что-то новое. Благодаря этому у вас будет подниматься настроение, и в хорошем настроении вы будете очень много решать моментов. А кто-то, может быть, даже начнет свой новый бизнес.
Либо вы для себя вообще откроете что-то новое, такое тоже может быть. Либо будете заводить отношения с новым человеком, то есть такое тоже может быть. Вы на этой неделе избавитесь от негативных мыслей, эмоций, которые вам мешали двигаться вперед. И благодаря этому жизнь будет налаживаться. Ну, это у вас так. Так, это были близнецы. Теперь мы смотрим раки. Так, тоже у раков очень много какой активности будет. Очень много. Так, раки. В первую очередь, вам на этой неделе нельзя замедляться и ждать каких-то чудес. Да? То есть вам нужно просто двигаться уже, непосредственно двигаться, как говорится, к цели. То есть вы сможете вот, поставленную задачу достичь, но через усилия. И даже если будет трудно, не сдавайтесь. Но вообще, на этой неделе очень многих ждут все-таки перемены, причем в различных сферах жизни. То есть для каждого, да, перемена будет своя непосредственно. В первую очередь от вас, конечно, потребуется очень много внимания. И неважно, что это будет, там, любовь, отношения с окружающими, да, либо работа, неважно. В первую очередь внимание с вашей стороны. Важно постараться на этой неделе сбалансировать свои эмоции, проявить терпение, особенно в трудные периоды. То есть, когда тяжело, когда что-то не решается, да, могут быть такие моменты, постарайтесь, это очень важно, проявить терпение и просто немного подождать. Не нужно, как говорится, прыгать выше головы, все равно не получится. Старайтесь избегать вот чрезмерных размышлений, ненужного стресса для себя, это тоже очень важно, так как это у вас, можно знать, вот на этой неделе отрицательно сказываться на вашем самочувствии, что вы можете немножко себя как-то чувствовать некомфортно. То есть, ну, вызывать могут разные там, моменты, да, и головные боли, и бессонница, и все прочее. А вам вот на этой неделе единственное, что не составит труда, составлять какие-то новые планы на будущее. Но путь к их достижению может привести немножко замешательство, потому что вроде есть какие-то цели, да, есть какие-то идеи, даже вы какие-то шаги начнете делать, но что-то вас немножко будет останавливать, что, может быть, вы постоянно будете менять какие-то свои планы, менять свои какие-то цели. Из-за этого могут возникнуть как раз некоторые препятствия. Поэтому здесь очень важно проявлять осторожность. Все-таки, если вы решили, да, добиваться какой-то цели, то не меняйте планы, не меняйте, как говорится, свой курс, а четко следуйте вот, тому плану, который вы для себя составили. И самое главное, будьте уверены, что вы обязательно справитесь вот, с тем, что вы перед собой ставите. Вот у вас так. Так, это у нас с вами были раки. Теперь мы смотрим лев. Львов сразу. Как-то не хотите вы отпускать прошлое. Как-то не готовы вы вступать в будущее. Да, не готовы пускать новое в свою жизнь. Что-то немножко вас прям будет очень тревожить. Но давайте попробуем посмотреть все-таки. Итак, что получается у вас, львы? В первую очередь. Неделя будет призывать вас к балансу. То есть пришло время заняться собственной жизнью и наведением порядка в своей судьбе.
То есть вам нужно максимально вот упорядочить все события, разобраться и с рабочими делами, с личными интересами. А здесь немножко идет такая ситуация, что вы немножко будете подуставшими, но при этом будет хорошее настроение. Может быть, вы очень хорошо погуляли. То есть такое тоже не исключено, да, что хорошо погуляли новогодние праздники. Вот, и почему бы нет, да? То есть такая линия тоже просматривается. А здесь единственное, что вот ваша какая основная проблема может быть на этой неделе? Не зацикливайтесь на своих прошлых неудачах и ошибках. Потому что вы сами себе будете создавать такие неприятности, из-за чего будет еще сложнее и тяжелее. Вы вот просто можете испортить ближайшее время, ближайшее будущее. Вот сами себе. Не зацикливаемся на том, что вы что-то не так сделали. Вот вы будете очень много просто об этом думать, но не нужно. Отпустите это, потому что это уже произошло, понимаете? То есть вот ваши какие-то прошлые, да, там моменты неприятные, ошибки, это уже произошло. И это нужно отпустить, потому что иначе это будет для вас создавать еще больше проблем и неприятностей. И на эмоциональном уровне тоже, что будет постоянная тревожность, может пойти депрессия и так далее. Исключаем это. Вместо этого вам следует продумать новые планы, идеи на будущее. У вас как раз вот сейчас новый старт. И эта неделя просто отлично подходит для улучшения, как говорится, своей жизни. Да? То есть это в любых аспектах абсолютно. Сдерживайте свои чувства и эмоции. У вас на этой неделе будет идти поднятие духа, но вы должны себе в этом помочь. А ваша нерешительность, она может, наоборот, вас отталкивать назад. Вы будете двигаться вперед. И если вы вот справитесь с своим эмоциональным состоянием, то вы обязательно добьетесь очень много. Самое главное вот для вас на этой неделе – это просто быть уверенными в себе. Вот у вас так. Так, это у нас с вами были львы. Теперь мы смотрим дело. Так, делаем. Что получается у вас? Какая у вас вообще линия идет? Ну, вообще у вас это неделя перемен. Больших перемен достаточно. И будет очень много движения. Очень много будет меняющихся обстоятельств. У вас очень хорошо будет решаться материальная сфера. Ваше внутреннее состояние, оно будет трансформироваться, но в лучшее. Да? То есть вы осознанно, может быть, ушли от чего-то. Либо будете уходить. И вот даже если будет немножко какая-то загвоздка, да, такая неуверенность пойдет, вам нужно просто это принять вот как данность и возможность движения вперед, да, то есть какого-то определенного развития. Потому что все, что сейчас с вами будет происходить, это будет играть вам на руку именно в будущем. Понимаете, то есть вы должны это просто принять. Принять как данность, что очень многое меняется все-таки. Может быть, эта неделя в чем-то для вас будет испытанием, но вы должны быть спокойны, это очень важно. Даже если будет идти в чем-то напряженность. А если вы хотите улучшить свою жизнь, вам нужно в первую очередь сосредоточиться на развитии позитивных мыслей, определенных идей, уверенности в себе, оптимизма на будущее, а также на построении более прочного фундамента. Реализации более, я бы сказала, таких стабильных планов на будущее, то, что вы к этому можете спокойно прийти. Чтобы не чувствовать себя одинокими, то, что может быть такой момент, вы все-таки на этой неделе будете окружены вот теми людьми, с кем вам будет комфортно общаться. Это близкие люди, это друзья, ну, да, там знакомые, коллеги и так далее, которые будут вас поддерживать, поддерживать ваши цели, поддерживать вас лично. Единственное, что вам на этой неделе следует избегать вот каких-то разговоров неприятных, сплетен, да, вот каких-то там интриг, которые могут там плестись. Не обязательно это касаться вас будет, но кто-то втягивать вас будет в разговор, чтобы вы помогли там
кому-то в чем-то разобраться. Вот не нужно вам лезть в это, потому что будет создаваться напряжение. Потому что вы просто станете такими же, как и кто будет сплетни распускать. Вам это не нужно. А у вас будет просто вот такое, знаете, состояние, я бы сказала, что вы начнете уже движение непосредственно вот к своим поставленным целям. То есть вы уже на этой неделе начнете движение. И чтобы получить результаты, просто действуйте. Это у вас так. Так, это у нас с вами были девы. Теперь мы смотрим весы. Так, тоже у весов немножко что-то как-то все поуныли после новогодних праздников, как-то все запереживали, возможно, и за деньги, а где брать деньги, а где доставать, и рабочая неделя, да, наступает, то, что пора, как говорится, уже браться за работу и так далее. Как-то немножко расслабились и работать не хочется. Так, весы, что получается у вас? Ну, смотрите, вы как-то на этой неделе будете решать какую-то проблему. Ну, как-то вы сможете, в принципе, найти решение какой-то вот назревшей проблемы, которую, может быть, вы пытались обойти, но как-то не получается. Но вы на этой неделе сможете грамотно расставить свои приоритеты. Вы будете очень чутки к мелочам, я смотрю. Но благодаря именно вот внутреннему настрою вы легко справитесь со всеми задачами. То есть как-то сможете это сделать. Ожидайте на этой неделе очень много положительных эмоций. То есть даже как-то для вас непривычно это будет. События будут развиваться, кстати, у вас на этой неделе, знаете, как-то в пользу вам. И вам легче будет преодолевать трудности, которые вот все-таки будут на вашем пути. Да, такая линия просматривается. Но вы легко будете планировать что-то важное. Совершенно легко. То есть какие-то даже дорогие покупки сделаете. То есть совершенно спонтанно. То есть вы будете переживать за деньги, что потратились там на Новый год, да, потом раз, и, как говорится, чудо случилось. И какие-то будете делать очень дорогие покупки. Единственное, что будьте осторожны со стрессом, потому что это может привести к проблемам, переутомлению. Не нужно себя настраивать на плохое. У вас впереди идет все хорошее. Могут какие-то быть интересные предложения, которые будут давать возможность хорошей прибыли. Вас, конечно, немножко это будет пугать, но не стоит. Ну, вы просто будете сосредоточены на каких-то вот прошлых моментах, да, там неудачах, потерях и так далее. Но на самом деле у вас очень хорошие шансы. Воспользуйтесь шансом заработать деньги. В первую очередь на своих талантах, на своих знаниях. И вы сможете заработать. Просто вот то, что вот вы делаете на этой неделе, да, вот вкладываете свое сердце, свою душу, и вот вы увидите очень быстрые результаты. Вот у вас так. Так, это у нас с вами были весы. Теперь мы смотрим Скорпион. Так, скорпионы тоже как-то немножко неуверенные. Но у вас тоже неплохая, в принципе, неделя, но просто все какие-то подуставшие, смотрю, немножко такая, да, что после новогодних праздников как-то все подуставшие. Скорпионы, вас просто на этой неделе, знаете, как-то обстоятельства могут потрясти чем-то. Но какие-то будут все-таки важные перемены, то есть вы не стремились к этому, не думали об этом совершенно, да, то есть вообще не расслабились и не хотели ничего решать, ничего менять, а тут раз и что-то меняется. Но вы с новой силой расправите свои плечи. А здесь
проблемы, тяготы, которые тревожили вас, они уйдут. И вы сможете начать что-то новое. Единственное, что новое не произойдет, если вы все-таки будете цепляться за какие-то старые моменты своей жизни. Вот это, конечно, нужно уже отпускать. Нужно отпускать. Но у вас на этой неделе будет очень много шансов значительно улучшить свою жизнь, отношения. У вас будет и прибыль, различные возможности развития. Очень много будет возможностей, которыми вы будете пользоваться. У вас есть все ресурсы, которые помогут вам добиться вот всего, чего вы захотите. Не нужно бороться со своими желаниями, не нужно бороться с собой. Просто действуйте, отпустите свою, как говорится, неуверенность и какие-то прошлые моменты. Сохраняйте позитивный настрой, потому что вот возможностям просто нет предела. И не нужно оборачиваться назад, то, что что-то не получалось. У вас на этой неделе все получится. Вы просто начнете сомневаться вот в каком-либо факторе. Немножко может быть такой момент, что страх будет закрывать ваш разум и будет увеличивать риск как раз неудач. Не нужно, отпускайте. Даже если будет такое положение, что в чем-то вы не будете, ну, как видеть выхода, да, то есть будет такая загвоздка, обязательно выход найдется. Просто мыслите оптимистично, будьте активными, и все будет прекрасно. Вот у вас так. Так, это у нас с вами были скорпионы. Теперь мы смотрим стрелец. Так, стрельцы, тоже какая-то немножко неуверенность идет, что-то немножко... Но у вас эта неделя будет очень ответственная, я бы сказала, стрельцы. То есть такая прямо идет, просматривается. Она может притянуть, вообще эта неделя вам очень много таких ситуаций, где требуется выдержка. Требуется очень такое достаточно, я бы сказала, внимательность, ответственность. А вам придется поработать как над собой, так и над обстоятельствами, чтобы ваша жизнь преобразовалась именно, как говорится, к лучшему. Вам придется, конечно, поработать. Но, несмотря на то, что может быть напряжение, вы идете к новому. Все равно это идет благоприятный период, то есть начинается такой хороший старт в вашей жизни. Очень хорошо это будет в профессиональном планете. Вы сможете заключить несколько каких-то ценных сделок для себя, получить отличные возможности, может быть, трудоустройство случайным образом, построить какие-то хорошие отношения, достигнуть взаимопонимания с окружающими. Да? То есть, если были какие-то проблемы, то однозначно это все у вас получится. Очень хорошее время все-таки для себя, да, то есть для себя любимых, как говорится, тоже очень такое приятное достаточно время, когда можете уделить себе именно вот внимание больше. Вы вот если были какие-то конфликты, было какое-то недопонимание, были какие-то очень сложные обстоятельства, вы все это оставите уже в прошлом, потому что вам уже как-то, может быть, надоело там в чем-то страдать, переживать, и вы осознанно будете менять свою жизнь. То есть пришло время полностью вот сделать шаг вперед. Вы, возможно, может, в какой-то момент захотите что-то вернуть, там какие-то свои позиции, но это нужно отпускать. То есть, если вы решили, то продолжайте движение, как говорится, вперед. Тогда у вас все будет прекрасно. Не сомневайтесь в правильности своих действий. Не нужно переживать о прошлом, что приходится что-то оставлять, да, там какие-то моменты, а просто двигайтесь вперед, и у вас обязательно все получится. Вот у вас так. Так, это у нас с вами были стрельцы. Теперь мы смотрим Козерог.
Так, козероги будут прям работать, работать и работать. Как-то все менять, менять, менять. Так, козероги. Что я могу сказать про вас? Что у вас идет? Ну, вообще вы как-то будете анализировать именно свою жизнь. Будете анализировать, а что с вами не так, а что нужно делать дальше. Но как-то будете находить определенный баланс и двигаться вперед. Очень много времени будет для раздумий. И период у вас, наоборот, будет такой достаточно активный для решения очень многих вопросов. Очень многих вопросов на самом деле. Кто искал счастье, то обязательно найдет на этой неделе. Спокойствие, мира, да, там, красоты во всех аспектах, то козероги обязательно вы найдете на этой неделе. А вообще, вот наступающее такое время для вас будет очень такое значительное, я бы сказала, мирное, счастливое. Несмотря на то, что вы устали от каких-то моментов, да, то есть как-то вот пытаетесь там смириться с чем-то, пытаетесь что-то вот исправить, у вас все будет прекрасно. То есть ваше будущее будет и мирным, и счастливым. Причем во многих аспектах вам удастся достичь определенного баланса, что приведет в первую очередь к внутреннему спокойствию, к уверенности на завтрашний день и в том, что в вашей жизни все идет прекрасно. У вас вот на этой неделе, наоборот, как-то будут события наполнять вас, я бы сказала, такими приятными эмоциями. У вас не будет недостатка там, в деньгах, в эмоциях, в общении. То есть то, что вам не хватало ранее, на этой неделе вы как раз все будете получать. Вокруг вас будет очень много положительных людей, с которыми вы будете общаться и которые вам будут создавать и поднимать настроение. Обязательно общайтесь с людьми. Также на этой неделе у одиноких будет шанс встретить интересного такого человека, с которым вы будете, может быть, даже выстраивать свою личную жизнь. То есть это тоже может быть. Единственное, что не ввязывайтесь в какие-то интриги. Потому что может быть какое-то обстоятельство, да, может, там, что кто-то будет пытаться вас втянуть в какую-то там поддержку, какие-то разговоры. Вот старайтесь только не ввязываться в интриги. Потому что вы, может быть, немножко внутренне ослаблены. И лучше это время вам посвятить именно настраиванию своей жизни. Ну вот идет так. Так, это были козероги. Теперь мы смотрим водолей. Так, водолей прям такая активность идет. Водолеи, ну смотрите, достаточно неплохие позиции, когда вот для вас главным аспектом на неделе это будет достижение гармонии, баланса, контроля и стабильности. Вы на этой неделе обязательно будете искать какие-то способы, в первую очередь, сохранить внутреннее спокойствие и сохранить спокойствие с окружающими. Для вас это будет особенно важно. И даже нужно к этому стремиться, если, предположим, вы хотите достичь каких-то вот своих целей. Люди вас будут слушать, кстати, на этой неделе. То есть за вами люди пойдут. И вы сможете решить на этой неделе очень главные, важные задачи для себя. Вы сможете наладить и рабочую сферу, личную жизнь. И у вас появится еще возможность расширить свой кругозор. То есть кто-то, может быть, даже захочет путешествовать. Если долго к этому шли, стремились, то, в принципе, это все возможно. Либо будете учиться каким-то новым вещам, что вполне тоже возможно. Единственное, что на этой неделе перестаньте думать о мелочах. А думайте о более масштабном, о более таком серьезном и важном. Да? То есть думайте о каких-то крупных вещах, о крупных позициях. Потому что благодаря этому у вас очень хорошие шансы вот максимально улучшить свою жизнь. Здесь, ну, я бы сказала, что вы сможете, знаете, как-то вот, ну, вы будете понимать прекрасно, что вы звезда. Просто. И вот вы будете стремиться, как говорится, к этому. Да? То есть пришел момент принимать дары. Просто. Все ваши желания будут исполняться. Особенно то, которое вы очень долго вынашивали. Однозначно. Но оно как-то внезапно сдвинется как раз в сторону исполнения, что вы будете очень счастливы. И еще идет такой момент, что вы будете очень резко менять свои планы.
Не бойтесь этого, потому что у вас будет преуспевание во всем абсолютно. Вот у вас так. Так, это у нас с вами были водолеи. Теперь мы смотрим рыбки. Так, рыбки тоже от чего-то подустали. Как-то. Рыбки, что я могу сказать? У вас на этой неделе могут возникнуть какие-то некоторые обстоятельства, ситуации, в котором вы будете чувствовать себя немного напряженными, эмоциональными. Но ситуация улучшится, то есть наладится все. Самое главное, проявляйте осторожность именно в своих высказываниях, контролируйте свое окружение, то есть смотрите, кому вы что говорите, кому можно доверять, а кому нет, это очень важно. Но ситуация улучшится, то есть наладится все. Сосредоточьтесь на своих стремлениях, следуйте своим целям, не позволяйте своим страхам, сомнениям вот, отвлекать вас, да, от какой-то главной задачи. Обязательно у вас все наладится. Вы откроете что-то новое для себя совершенно. То есть нестандартное для вас, неожиданное совершенно. И вот пройдет такой аспект, как вот вам, может быть, казалось, да, что вы топчетесь на месте, что ничего не получается, что вы застряли на месте и так далее. Это все пройдет. Вы будете, ну, во всяком случае, чувствовать, что все налаживается, что рядом люди, которые вас поддерживают, помогают, даже если с кем-то были какие-то ссоры, конфликты, это все наладится однозначно. Но на этой неделе вы будете принимать очень важные решения, которые вот просто вот придется, и никто за вас не решит, только вы будете решать. Но даже если от вас потребуется очень такая достаточно сосредоточенность и придется отвлекаться от каких-то, может быть, ну, таких моментов, на которые больше хочется внимания уделить, да, вы все равно сможете это все как-то преобразовать. Единственное, что оценивайте вот эту свою ситуацию с разных сторон, чтобы сделать правильный вывод. Но вы все-таки сможете это сделать. Вы сможете выстроить именно свои позиции так, которые приведут вас к успеху. Поэтому здесь, несмотря на, как говорится, усталость, там, да, напряженность, и что все плохо, и вы устали там, от чего-то, просто действуйте, идите вперед. Вот смело беритесь за все, что вам будет даваться, и все будет хорошо. Вот у вас так. Это были рыбки. Вот такой вот у нас с вами получился гороскоп на неделю. Я вам всем желаю, чтобы эта неделя для вас была сказочной и чудесной. И как всегда, подписываемся на канал и пока-пока!